ВИЧ – больше не болезнь наркоманов и других асоциальных элементов общества. Вирусом иммунодефицита все чаще заражаются вполне успешные люди. И чем раньше о своем недуге узнает носитель, считают врачи, тем выше шансы на спасение. Определить ВИЧ-статус сегодня было проще простого, что называется «по дороге за хлебушком». Мобильная лаборатория спеццентра с обеда принимала первых желающих пройти экспресс-анализ в ТРЦ «Европа». Технология очень простая. Человек заходит, у него берут кровь из пальца, и в течение 20 минут у него уже готов результат. Это тест абсолютно анонимный. Это будет разговор между двумя людьми, консультантом и пациентом. И далее уже, не дальше этих двух человек, эта информация никуда не пойдет. В течение 13 дней специалисты Краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом будут бесплатно и анонимно тестировать горожан на ВИЧ. Более того, до и после анализа любой может получить консультацию квалифицированного специалиста. И судя по сегодняшнему дню, идея такого экспресс-тестирования, инициированного Министерством здравоохранения, нашла положительный отклик у населения. Сегодня утром мы увидела по вашим новостям, что проходит акция, решила сходить узнать, все ли у меня в порядке. Мне важно знать мой ВИЧ-статус и чтобы это не отразилось на здоровье моих близких людей. Действительно, добавляет главврач центра СПИД Ленар Султанов, о своем ВИЧ-статусе должен знать каждый, особенно тот, кто готовится стать отцом или мамой. О ситуации, когда человек ради интереса сдал анализ и неожиданно получил положительный результат, сплошь и рядом, каждый второй случай. Чем раньше мы начнем лечение, тем, конечно, лучше. И если вовремя начать лечение, человек соблюдает режим, получает терапию постоянно, не отказывается, нет пропусков терапии, у него иммунный статус нормальный, вирусная нагрузка нормальная, все. И он живет неопределенно долго. В крае сегодня около 23 тысяч ВИЧ-инфицированных. Еще столько же, считают эксперты, не подозревают о своем заражении. Врачи рекомендуют не откладывать диагностику в долгий ящик. Экспресс-тест на ВИЧ можно пройти с 12 часов до 8 вечера, вплоть до 18 сентября. Кому в Европу ехать далеко, может прийти и сдать анализы в спид-центре на 5-й Западной, 62. Алексей Янкин, Павел Лауранин, информационный канал «Город».